типа бронированные. Хрена себе здоровая штука. Здравствуй, друг! Добро пожаловать в мою коробку для очень активного отдыха. Сегодня у меня на обзоре одноразовые системы от ребят из компании Vazol. И как я понимаю, в обзоре сегодня у меня будет самая их флагманская модель под названием Vazol Gear 10000, что говорит нам о том, что тут как бы 10 тысяч затяжков должно находиться внутри. Конечно же, перед началом основного обзора я должен сказать тебе о важной информации. То, что, во-первых, это одноразовые системы, их после использования необходимо куда-то девать, их нельзя выбрасывать в мусорку, их нужно утилизировать. Специально предназначенные для этого места, где утилизируются аккумуляторы и батарейки. И также внутри них находится никотин, содержащая жидкость. Мы прекрасно с тобой знаем, что никотин – это яд, он вызывает зависимость, также он вызывает привыкание. И если ты будешь употреблять никотин, содержащие продукты, то никотин, содержащийся в них, может серьезно навредить твоему организму. Я просто тебя об этом предупреждаю. Несмотря на все то, что все здесь пахнет какими-то фруктами, ягодами или же там десертными запахами, вейпинг – это все равно вредная привычка. И я тебя об этом каждый раз предупреждаю и на этом настаиваю, то что все-таки это вредная привычка. Возможно, это менее вредная привычка, нежели курение, но типа все равно она от этого полезной не становится. Это там тебе не бегать по утрам или зарядку делать. Короче говоря, по комплекту поставки, как и всегда. Одноразовые системы поставляются у нас вот в таких вот коробочках. Внутри коробочек у нас есть пакетик, который, конечно же, является контролем первого вскрытия. Все дела, с одной стороны, прозрачный, с другой стороны, брендированный. По техническим характеристикам размеры, думаю, тебе не так важны. То, что одна штука в упаковке, и так понятно и ясно. Короче говоря, у нас содержание никотоса получается 20 миллиграмм, это классическая двадцатка, и объем здесь написано 14 кубических сантиметров. Ну, типа, видимо, это 14 миллилитров, типа, жидкости внутри здесь находится. Написано, что тут также есть быстрая зарядка, типа, на 30% быстрее заряжается, чем что-либо на свете. Ну, и также у нас аккумуляторная батарея, классическая такая, типа, а-ля 500 мАч. Ну, типа, там, 500, 600, тут я уже много раз говорил, что в одноразовых системах абсолютно не важно, какого размера аккумулятор. Важно, сколько внутри находится жидкости, потому что это, как бы, главный ресурс этих устройств. Сами системы у нас никак не закрыты, не запечатаны, то есть тут не было никаких ни наклеек, ничего, и тут есть супер крутая фишка, то, что я вот много раз про это говорил, когда обсуждал многоразовые и одноразовые вот эти вот системы, то, что у нас наверху вот эта вот самая резиночка, которую мы обычно с тобой снимаем и выкидываем, о чем я тебе говорю постоянно, что типа не выкидывай колпачок, потому что когда ты пользуешься устройством, типа ты открыл, попользовался, закрыл назад и пользуешься, здесь вот сделана вот такая штука. То есть у нас прям вот этот вот колпачок, он очень плотно закрывает верхнюю часть, и здесь у нас есть еще вот такая вот, типа как это назвать, ну, карабин, наверное, какой-то вот такой вот маленький. То есть эту штуковину, по сути дела, отсюда снять можно каким-то образом. То есть вот она может остаться в таком варианте, естественно. Или же зацепить это где-то там на шее носить. Вот отлично, я ее надел вверх ногами. Какой молодец. Сама одноразовая система внутри у нас вроде как получается она алюминиевая. То есть это анодированный алюминий. И сверху она еще плюсом закрыта таким вот типа довольно прочным, бронированным каким-то вот таким ударопрочным корпусом. Производитель был предупрежден, то что в обзоре я больше 6 вкусов не пробую, поэтому мне прямо под обзор прислали просто 6 вкусов, и я их, естественно, сейчас и попробую. Конечно же, палитра у них гораздо больше, чем 6 вкусов, но опять же, я не вижу никакого смысла в обзоре говорить, сколько там вкусов в тех или других одноразках, там или в жидкостях и так далее, потому что сегодня их столько, а завтра их уже вот столько. Снимаю я вот обзор сейчас, а когда выйдет этот обзор, может быть, у них еще там какие-то вкусы выйдут, а может быть наоборот какие-то уйдут вкусы из оборота, я абсолютно без понятия. Вот то, что у меня есть на обзоре, я тебе про это расскажу, покажу, все вот это вот разжую. Короче говоря, мое вступительное слово, как всегда, затянулось, и поэтому мы начинаем пробовать. Первый вкусец – сладкий табак. Вот так и называется вкусец. То есть это должна быть какая-то табачка, и она почему-то у нас сладкая. Вскрываем все это безобразие, ну и пробуем. Затяжка отличная. Просто замечательная. То есть, типа, плотная, хорошая затяжка. Может быть, что-то порядка жеклера 1,1 мм. То есть, тут я бы не сказал, что типа 1,2, что она такая свободноватая для меня. То есть, это прям такая уверенная, комфортная, плотная МТЛ-ная затяжка. Очень-очень хорошая. По своему вкусу, не знаю, почему на нем написано, типа, сладкий табак. Это классический кремовый табак. То есть, здесь, типа, сливки, крема и табачка. Очень хороший, приятный, мягкий вкусец. Ребята из компании Vazol, это
не соврать, одни из самых первых, наверное, в жизни одноразок, которых я встречал. Они мне присылали просто, когда мне присылали свои какие-то устройства, когда они делали еще девайсы. И они мне присылали просто, типа, на тест, скажем так, просто посмотреть, попробовать. Одноразки, они были вот такусенькие. То есть, как флешка на 500 затяжек, всего такие вот маленькие, и вкус там был просто бешеный. Там была одна табачка. Я эту табачку сам пробовал, давал пробовать товарищам, и они были в шоке от того, насколько это похоже на вот типа вкус сигарет. То есть типа это прям вот очень похоже. Не пепельная какая-то штуковина, не бычки, не окурки, а вот именно типа вот сигаретный вкус. Я не знаю, как это передать, но даже как-то даже не по себе, знаешь, становится типа, что я... Опять курить, что ли, начали или что? Ну, то есть, типа, вот такое ощущение она создавала. Здесь же это классический мягкий кремовый табак. Очень хороший баланс по вкусу, пацаны. Вот, типа, что-что Вазол всегда тащили, у них всегда был отличный просто вкус. То есть, здесь вот нет такого, что, типа, его очень много. То есть, они перенасыщенные, ядовитые такие, знаешь, типа, с перебором. Или же водянистый какой-то такой совсем блеклый вкус, вот так бы я назвал. А тут как бы уверенный, четкий вкус. Вот я парю типа крема, и они на небе вот здесь вот оставляют такую вот пленку типа вот этого вот табачного листа. И получается такой типа кремовый табак. В основной своей степени где-то процентов, наверное, 70 это крема, сливки, что-то вот такое. Типа там заварной крем, какая-то вот такая вот история. А потом это перетекает в такое стойкое табачное послевкусие. Офигенный вообще вкусец, просто отличный. Это вот для меня вот так. Такая именно парибельная табачка. То есть такие табачные вкусы я могу даже вот в повседневе парить. Потому что они в большей степени какие-то такие десертные, а уже в следующую степень они табачные. То есть табачка не такая типа табачка-табачка ядовитая. Очень хороший вкусец. Прям вообще отличный. Форм-фактор мне нравится. Единственное, что загубник большеват. Ну то есть типа прям совсем утиный клюв. Но понятное дело, типа размер самой одноразки типа очень большой. И поэтому типа такой большой загубник. Скажем так, он соразмерный размеру самой вот этой вот одноразки. А, вот, типа, сбоку-то написано. Крем табака, конечно, какой нахрен сладкий табак. Вот, сбоку прям написано название. Крем табака, то есть кремовый табак. Значит, я все правильно своими рецептами распробовал. Рецепторами распробовал. Пробуем следующий. Кедр ягоды. Цвета просто пушка. Ну, то есть, типа, она вот насыщенно фиолетовая. То есть не просто вот блеклый фиолетовый цвет, а прям насыщенно такой плотный фиолетовый. Просто тут есть еще один зеленый бомбезный. Это вообще типа все цвета офигенные. Оранжевый, там красно-розовый, вот этот, как Наташа мне сказала, это цвет фуксии. Фуксии цвет. Розовый, блядь. Нет никаких фуксий. Есть розовый, есть красный, есть розовый. Все, пробуем, короче говоря. Должна быть хвоя ягоды, пробуем. Ну вот она такая, типа, сиропная. Есть какой-то легкий такой вот оттенок, как я это называю, больничный, что-то типа вот того, потому что вот эта вот вареньево-хвойная история, то есть типа хвоя, она сразу же утягивает куда-то в сторону вот этих всяких доктор Момов, анисовости какой-то, чего-то вот такого. Мне такие вкусы очень нравятся. Это что-то такое типа сладкое, объемное, насыщенное, сиропное, вареньевое, такое вот тягучее. Вот когда, вот знаешь, как кисель, то есть ты вот пробуешь, и вкус такой кисельный. Вот новый эпитет я придумал для объяснения, кисельный вкус. Я говорил обычно что-то такое сладко-сиропное, вот что-то вот такое сахарно-сиропное. Это вот какой-то такой же вот кисельно-вареньевый вкусец получается. Отличные ягоды, что-то типа чернично-малинового вкуса. Опять же, сразу же рядом где-то там черника, ежевика, малина, что-то вот такое вот. Где-то рядом, где-то близко, все-таки больше какой-то он такой ежевично-малиновый и в той же степени черничный вкусец. Вначале такое вот сахарно... Вообще нифига не этот, не освежитель воздуха, не, нет вот этого вот вкуса, запаха, аромата химозноватой елки, скажем вот так. То есть он такой, ну вот как, ты не пробовал, скорее всего, я про это уже говорил, может быть даже в этом месяце, по-моему, говорил, да, точно говорил в обзоре на Релл, когда я Реллы снимал, я даже помню, что там был просто офигенный вкусец анисово-хвойно-ягодный. Вот это куда-то в ту стезю, также вот векторно. Он хвойный, он ягодный, он такой вот сиропный, может быть даже где-то тут немножко и аниса есть, но я тут вот настаивать на этом не буду. А вкусец отличный. То есть это вот что-то необычное, интересное, объемное, сладкое, вареньевое и, как мы теперь говорим, кисельное. Какой-то такой кисельный этот. Ну, типа вареньица вот это вот из
зародышей шишек, скажем так, когда они еще не стали твердыми, а еще такие травянистые, мягенькие шишки. Пробуем следующий. Клубничный мохито с клюквой. Внезапно. Можно было типа клубничный мохито со льдом и сойдемся. Написано Red Mojito. Просто типа красный мохито. Типа это может быть клубничный мохито, но тут почему-то дописано с клюквой. Сейчас попробуем, есть ли этот клюква, клюквенный морс. Пробуем. Ну не знаю по поводу клюквы, потому что оттенка клюквенного морса совсем нет. Это в жилу один к одному. То есть типа это что-то мохитовое. То есть здесь есть вкус спрайта или же Mountain Dew. То есть он такой, да что-то вот это вот волосина. Вот у меня вот волосы отрастают, и надо пережить вот этот момент, когда волосины начинают лезть в уши тебе. И ты вот головой поворачиваешь, она такая щекотает тебя. Есть вкус абсолютно точно мохитовый, спрайтовый, какой-то вот такой вот Mountain Dew. То есть очень просто. Короче говоря, лайм, прохлада, мятная основа и, конечно же, клубника. То есть, типа, это клубничный мохито. Никакой клюквы, ничего подобного здесь я не чувствую. Клюквенного морса оттенка вообще никакого здесь нет. Может быть, он и есть, но мои рецепторы его в данный момент не воспринимают. Ну, то есть, типа, я вот чувствую как. Это лайм, лимон, ну, типа, мохитовая составляющая, мята. Тут же присутствует перечная мята, очень хорошая, приятная, мягкая. И клубника. И все. На самом деле, этого более чем достаточно для вкуса. То есть, это просто, типа, мохито, ну, типа, клубничный мохито. Там приписка с клюквой, ну, не знаю, есть эта клюква, нет этой клюквы тут. Вот я ее не чувствую. Но она мне нахрен и не нужна тут. Потому что сам по себе вкус очень хороший, сладкий, прохладный. И тоже он такой, типа, сладко-сиропный. Вот опять же, вот это вот прослеживается во вкусе, такая вот легкая, как это вот назвать, тягучесть во вкусе. То есть он такой прям тягучий, сиропный, вот кисельный. Не знаю, как этот обзор назвать, типа там эти молочные реки, кисельные берега. Что-нибудь вот так назову. Да, точно, кисельные берега. Это отличные вкусы. Ребята из Вазол в очередной раз, они прям не ударяют в грязь лицом. Это хороший, насыщенный, приятный и самое главное, не перенасыщенный, не химозный, не ядовитый вкус. Не такой, что ты вот делаешь затяжку и такой... Водички, пожалуйста, дайте, что-то все слиплось. Ну, то есть нет вот этого вот перебора ядовитого вкуса. Не знаю, как будет дальше, но пока идем очень-очень хорошо. Пробуем следующий. Смузи персик манго. Смузи персик манго, не знаю. На самом вкусе у нас написано Peach Mango Smoothie. Ну, вроде как дословный перевод. Пробуем. Классический прохладный манго с персиком, ну и не знаю, типа смузи здесь, видимо, дописано из-за того, что сам по себе вкус, он пюреобразный. То есть, типа, персик такой пюреобразный, манго, он сам по себе вязкий, хлюпающий, пюреобразный. То есть, здесь вот уже нет вот этой вот кисельной тягучести какой-то вот такой. То есть, здесь именно что-то такое, вот, типа, детское питание, пюре, какая-то вот такая вот история, где-то рядом, где-то близко. Я не помню, когда я последний раз в жизни пробовал детское питание. Возможно, когда у меня сестра родила второго ребенка, и они домой привезли какие-то баночки, типа вот эти вот с едой, и я где-то там что-то подворовал, не докажете, поговорим в суде, как говорится, что это я был. Скорее всего, не я. Но вкус отличный. Приятный манго, типа манго вообще без вопросов, я такие вкусы очень люблю, это классика Малайзии, она абсолютно не испорчена, не переслащена, не переохлаждена, то есть вот, вот этот самый, как сказать, ну вот слово чудесное вообще, баланс. То есть баланс, когда ты вот на чем-то балансируешь между тем и вот этим. То есть, типа, найден какой-то баланс между этим и вот этим. То есть баланс между, там, я не знаю, соленым и сладким. Баланс между кислым и сладким. Баланс между, там, прохладным и каким-нибудь еще там теплым, я не знаю. То есть вот, вот этот вот момент, когда ты пьешь напиток, не который вот типа 4-градусный там из холодильника, прям ледяной, там вот это вот точка росы практически, когда он уже начинает превращаться в что-то ледяное, то есть жидкое превращается в твердое, не вот этот вот, а когда у тебя оно и не теплое, и не холодное, то есть не ледяное, а вот именно типа оно прохладное, вот этот вот момент. Вот здесь вот та же самая история. Здесь единичка кулера, здесь внятный манго, здесь приятный хороший персик. Вообще никаких вопросов, типа миксологу низкие поклоны. Ребята, вы нашли идеальную вот эту вот штуку, которая вот просто вот... Просто хороший вкус. И все. Не надо больше, не надо меньше. Меньше будет водянисто, больше будет химозно. А вот именно вот столько.
Более чем достаточно. Хороший, насыщенный, внятный, объемный, приятный вкусец. Чего еще надо от них, я не знаю. Был абсолютно не против, если бы даже здесь было просто прохладная манго. То есть просто он был бы таким а-ля моновкусным. И вот этот вот самый моновкус, он был бы там какой-нибудь прохладный, сладкий, там вот это вот типа рыхловато-вязкий, вот такой вот, и все. Ну, как бы мне бы было более достаточно. Тут еще прилепили персик, он здесь абсолютно в жилу, то есть это прекрасное сочетание персик-манго, довольно часто встречающееся, такое относительно попсовое, более чем хорошо. Ну и цвета у них просто отличные, вот этот вот блестящий рыжий, такой вот анодированный, очень хороший. Дизайн очень прикольно сделан, то есть сама вот эта вот как бы капельки, вот эти вот нарисованные здесь вот внутри прорези, там какой-то такой такую канистру или какую-то, знаешь, типа вот эти вот походные, которые на рюкзак вот так вот на карабин вешаются, маленькие JBL-колонки, вот эти вот, которые там 7-ваттные или 10-ваттные, я не помню, сколько они такие вот, типа, на это, на щеколду цепляются на рюкзак, вот на него почему-то мне напоминает, типа, такая вот колонка. Только музыку она не играет. Пробуем следующий. Кислое яблоко со льдом. Ну, то есть, должно быть какое-то у нас яблочко, но и цвет, конечно, мое почтение. О-о-о, машину так себе перекрашу. Нет, больше не буду перекрашивать машину, хватит уже. Она и так уже, маляры меня уже палкой гонят там из всех малярок, когда я приезжаю к пацанам, там Витя уже просто там с балкона орет: «Пошел нахуй отсюда! Мы тебя ненавидим!» Пробуем яблоко. Ну вот здесь вот настает какой-то элемент фе. Я понимал прекрасно, что не мог весь обзор так мягко пройти и легко. Это вот нелюбимое мной яблоко, скажем вот так. То есть в этом яблоке есть те самые оттенки сухого сидра, которые мне не нравятся. Я такое яблоко не люблю. Это терпкое яблоко. То есть типа это зеленое яблоко. Здесь нет абсолютно нахер никакой кислинки. То, что тут написано типа sour apple ice. Типа apple есть, ice есть. Что-то у меня сопли потекли. Осень, что ли, какая-то пришла. Время поболеть. Я последний раз болел, когда ковидом болел, это был 20-й год. Все, больше я не болею, мне некогда, я тут работаю. Короче говоря, во вкусе есть вот эта вот неприятная кожурка яблочная. Когда-то я говорил, то, что типа это вот типа такая кожурка, зеленистость там присутствует, но в какой-то момент все-таки я перестал идти на сделку с самим собой и все-таки до конца высказывать уже свое мнение. Хоть я и пытаюсь быть каким-то хотя бы там на 1% объективным во вкусе, все равно прекрасно понимаю то, что тест жидкости это субъективщина. Даже если 4 человека попробуют типа один и тот же вкус, там каждый выскажет свое мнение субъективное, и все равно в совокупности оно не станет объективным, потому что при увеличении количества тестовой группы также будут разниться, типа, как сказать, отзывы людей. То есть, типа, они будут, типа, каждый тянуть будет на себя свое одеяло. Кто-то будет восхвалять, кто-то будет бесконечно ругать этот вкус, и то есть вот это вот все постоянно вот такая штуковина. Я не буду идти там на сделку с собой и так далее, я скажу так, мне этот вкус не нравится, потому что в нем есть тот оттенок зеленого яблока, который мне не нравится, оттенок сухого сидра. То есть вот это вот плотная зеленая яблочная кожурка. Если бы этот вкус был такой, как сказать, подкастрированный, обрезанный больше, то есть такой более сердцевинный вот это вот яблочное здесь бы было, то есть без кожурочных вот этих вот. Короче говоря, просто типа классическая характеристика, которую я даю яблочным вкусом. Есть два варианта соков. Вот, например, есть сок яблочный добрый, который мне нравится, и сок яблочный сады Придонья, который мне не нравится. Потому что у сады Придонья есть вот этот вот затхлый, корочный, яблочный корки, вот этот вот вкус, послевкусие, аромат вот этот присутствует там, и он мне совсем не нравится. Поэтому вот сок добрый я пью литрами, а сок сады Придонья не пью вообще никак. Это, естественно, мое субъективное мнение, какое-то оценочное суждение, это не является ни рекламой одного бренда и антирекламой и другого. Просто вот мне нравится вот это, но не нравится вот это. И так же, как вот этот вкус. Цвет, дизайн самый красивый из тех, которые есть. Даже вот на превьюшку, скорее всего, вот этот вот зелененький я и возьму, потому что очень-очень нравится. Очень приятно, красиво выглядит. Но цвет это одно, а вкус это другое. Пробуем последний на сегодня. Но перед этим я хотел бы поблагодарить бренд Legal Formula. Это линейка жидкостей для тугой затяжки, МТЛ или же подсистемы, или же маломощные устройства, как я это обычно называю. А также сайт GoSmoke. Это сайт-долгожитель, который работает с 2016 года, в принципе, так же, как и я. Еще у ребят на сайте активирован промокод КРБК, который дает тебе небольшой бонус. Огромное вам, ребят, спасибо за поддержку моего канала. Черника, лимон.
у нас синенький такой вот вкусец, синенько-голубенький. Ну, я говорю, цвета и дизайн просто пушка. Ну, и вот эта вот штуковина, типа, пим, это очень классно. То есть, как она откидывается, то есть, вот так вот просто в руке это держим, она не мешает, типа, тебе парить, то есть, никак тебе там в лицо, в рожу, тебе там в рот не лезет. Просто вот, типа, либо вот так придерживаешь, либо просто вот она болтается, висит. Ну, и пробуем. Ну, приветик. Что-то из разряда... векторно похожая на Blu-ray с Lemonade. Как-то вот так. Куда-то вот примерно в ту сторону этот вкусец построен. Понятное дело, потому что здесь у нас есть классическое сочетание типа какого-то черничного лимонада. То есть типа черничный, ежевичный, какой-то вот такой. Яркий, довольно-таки объемный, хороший лимон. Нет никакой кислинки, здесь ничего такого нет. Приятный лимон, приятная черника. Вместе в совокупности получаем хороший, плотный черничный лимонад. Прохладный, по кулеру где-то единичка, вот так вот. Затяжка очень комфортная. Вкус объемный, его более чем достаточно. Он такой типа мармеладно-лимонадный. Ну, где-то, наверное, больше в сторону, наверное, лимонадов чего-то вот такое. То есть напитковый какой-то вот такой вкусец, да? Этот вкус бесспорно, да. Насыщенный, приятный, классический такой типа а-ля что-то рядом, что-то близко с Blu-ray с Lemonade. Мне нравится это сочетание, много раз про это говорил. То есть хороший, качественный. Вот типа здесь перекинь пару ароматизаторов, то есть замени чернику на малину, будет классический малиновый лимонад. Добавь сюда, там, не знаю, какой-нибудь клюквы, будет что-нибудь типа интересное, какой-то клюквенный морс а-ля лимонад, что-нибудь вот такое. Но вот он такой, тоже немножко кисельный в какой-то степени, потому что вкус такой висковатый здесь. Это, скорее всего, из-за соотношения пустого воздуха к пару. То есть, типа, они такие плотные. По затяжке пар получается насыщенный, хороший, плотный. За счет этого хороший, приятный вкусец. По сути дела, по обзору все. Единственное, что я хотел бы обратить твое внимание, то, что здесь, к сожалению, нет никакой абсолютно регулировки обдува, то есть на жопке у нас присутствует только разъем для зарядки по Type-C и все. Этим одноразкам, как и любым устройством, даже самому простому, при простому устройству, все-таки хотелось бы, чтобы здесь придумали какую-то регулировку обдува. Понятное дело, ты можешь сделать ее сам, то есть просто, видимо, вот это вот отверстие крестиком, это и есть у нас регулировка обдува, чтобы можно ее либо подзадушить, либо еще как-то, но здесь... свободнее ты ее не сделаешь. То есть, как что-то там рассверливать или еще, это чепуха, это слишком простое устройство, чтобы ним что-то там как-то заморачиваться. Мне, как сказать, мне повезло то, что меня устраивает здесь дефолтная затяжка. Если бы она была слишком свободная, я бы уповал весь обзор на то, что типа вкусно хорошо, но типа затяжка для меня свободновата. Единственное, что нам осталось сделать, это проверить зарядку нашего устройства при установке кабеля Type-C Type-C. Это самый современный кабель на данный момент, который существует. Здесь у нас загорается вот такой вот светодиод. То есть наше устройство заряжается. Во время зарядки он почему-то продолжает работать. Не знаю, зачем это сделано. Могли программно просто все это дело отрезать. То есть у нас вот горит вот такой вот светодиод. Скорее всего, он потом заморгает и погаснет, когда у нас устройство зарядится полностью. По самим вкусцам, из того, то, что я сегодня попробовал, как ты понимаешь, менее всего понравившийся вкусец для меня будет это вот этот зелененький. Это абсолютно точно не мое зеленое яблоко. Здесь есть вот этот вот оттенок, вкус сухого сидра, вот этой вот плотной кожурки яблочной, какой-то корки яблочной. Такой она затхловато, плотно зеленистая какая-то вот такая. По-другому этот вкус я описать не могу. Ну и поболее всего понравишься вкусам, я думаю, понятно, как бы, что я выберу из этого обзора. Здесь довольно много хороших, насыщенных, прям таких поинтересных вкусов. К этому даже можно отнести вот типа первый попробованный. Это опять же парибельная табачка. То есть в кои-то веки есть какой-то парибельный табак для меня. То есть примерно такие жидкости я делал сам. То есть что-то такое типа кремовая какая-то такая сливочно-кремовая, как ее еще назвать, такая вот табачка. То есть в большей степени табачная, кремовая, но все равно, типа, больше всего понравится вкусом будет вот этот вот фиолетовый. Это где у нас есть хвоя, где у нас есть ягоды. Возможно, есть какой-то небольшой анисовый налет, что-то вот такое. Что-то немножко в какой-то степени больничное, доктор момовое, что-то какой-то корень солодки, опять же. Ну вот какая-то вот такая штука, но мне несказанно нравится. То есть отличный, объемный и в какой-то веке интересный вкусец в одноразовых системах. За этот вкус прям неистово вам, ребят, респектую. Очень-очень хорошо то, что сделали подобную связку. На этом у меня абсолютно точно все. Да, давай заканчивать данное видео. Я хотел бы сказать большое спасибо ребятам из компании Vazol, конечно же, за предоставленные одноразовые системы. Огромное спасибо и большое спасибо за поддержку моего канала. Тебя, друг, конечно же, как всегда, прошу подписаться на мой телеграм-канал, который называется Миша Коробка. В нем также выходят мои видео-обзоры. Еще там есть ламповый чат для отдельного общения. Еще я там записываю кружочки. Маленькие круглые видео по одной минутке. Этими самыми видео я привношу в телеграм свою какую-то личную внеобзорную жизнь. Если тебе подобное интересно, подписывайся, конечно же, на мою телегу. Также у меня есть мои собственные
продукты, конечно же. В данном видео это будут мои жидкости. Это линейка жидкостей Монах, выпущенная пока что в 6 вкусах, но мы делаем новую линейку. Это у нас яркие фруктово-ягодные вкусцы, которые мы вместе разработали вместе с компанией Монашка ГЛК. Я не знаю, сказал я это или нет. И солевая версия 50 на 50, тугая затяжка, МТЛ или же подсистемы. Ну и, конечно же, линейка жидкостей Мишка Хаски. Это моя финальная, можно так сказать. Нет, ну, конечно же, это моя крайняя или последняя там коллаборация, которая была сделана вместе с компанией Pride Vape и компанией Voodoo Lab. Это холодные, фруктово-ягодные, в какой-то степени мятные вкусы, то есть всякие разные там есть у нас палитры. В данный момент у нас их 12 вкусов. Я уже сам начинаю как бы там путаться в этом во всем. У нас их 12 вкусов, прохладные фруктово-ягодные вкусы, тоже 50 на 50, целевая версия, МТЛ или же подсистемы, или как я это еще называю, маломощное устройство. Ну и теперь абсолютно точно все, да, давай прощаться. Если ты впервые оказался на моем канале, ты не знаешь, что я такой, меня зовут Миша. Приятно познакомиться и добро пожаловать в мою коробку. Но если вдруг мы с тобой давным-давно знакомы, ты все это прекрасно знаешь, то просто-напросто пока. Что я тебе еще могу сказать? Пока, всего хорошего. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Ты заходи, если что. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.